Священномученик Феодор родился в Египте, в Александрии, в городе, прославленном в Церкви Вселенской многими мучениками и исповедниками. Пламенный проповедник, сильный в слове и делании церковном, святитель Феодор вызывал яростную ненависть буйных александрийских язычников, не терпевших благовестия. Во время одной проповеди язычники окружили и захватили епископа, а он даже не сопротивлялся. Его избивали и издевались над ним. Возложили на главу святого терновый венец и со смехом водили по городу. Затем привели его к берегу и сбросили его со скалы. Но поднялся сильный ветер, и волны вынесли святителя на берег невредимым. Пораженные язычники отвели епископа Феодора к правителю города, который приказал подвергнуть его изощренным пыткам. Но ни слова, кроме молитвы, не слышали мучители от мужественного исповедника. Тогда святитель был усечен мечом. Мученическая кончина его последовала в 606 году. Декабря. День памяти священномученика Феодора Александрийского, архиепископа.